Парни, хочу, значит, собственно говоря, решил поэкспериментировать. Еще какой эксперимент? Это под названием установить 364 ремешок сюда. И, собственно говоря, посмотрим, в чем разница была между CVT-чным, то есть по тому, как он будет сидеть на тарелках. Вот теперь можете сами, собственно говоря, видеть. Он, видите, как выходит очень сильно за радиус. Очень сильно выходит за радиус. Очень сильно. За счет того, как удлинение. И видите, что происходит? Эта общая часть, получается, у нас будет очень сильно точиться. Это раз. Во-вторых, когда ремень будет падать сюда ниже, сюда увеличивать, у нас будет точно такой же эффект. Ну, где-то, может быть, дисбаланс, где-то будет проскальзывать даже. Вот, собственно говоря, и разница вам. За счет того, что это длина. Не, он натянут, все дела. Все хорошо. И. Сейчас проверим, как вращается колечко там или нет. Нет, кольца касается. Ну, да, подшипник. Все в порядке. Ну, короче, вот так. Ну, ставим обратно CVT-к на место. До конца раздавливать, в принципе, не обязательно. Достаточно чуть-чуть. Ставим все на место. Проверяем, чтобы смотрел надписи к нам, если первый раз ставим. Ну что, впоследствии тоже будет. И раздвигаем. Видите, разница какая? Оп. Вот, собственно говоря, парни, теперь все. Все показал вам, все, что надо, вы увидели. Все, что надо, вы усвоили. Всем спасибо еще раз всем за просмотр, за потраченное время на это. Надеюсь, кому-то это поможет. Ставьте лайки, не забывайте, мне приятно. А вам не сложно. Пока!